У большинства россиян Бразилия ассоциируется с карнавалом, самбо, популярными сериалами, знаменитыми на весь мир статуей Христа Искупителя в Олимпийском Рио-де-Жанейро и белоснежными пляжами Копакабаны. А еще, конечно, с легендой мирового футбола Пеле. Бразильцам, как и большинству иностранцев, Россия представлялась страной со снежными холодными зимами и медведями. Сочи удалось разрушить этот стереотип. Мы здесь довольно долго. Приехали 1 мая для того, чтобы подготовить все для нашей сборной. Посетили много разных мест в Сочи. Море, Розу Хутор, это место. Мы полюбили все это и чувствуем себя как в Бразилии, на пляже Копакабаны. И погода очень похожа на погоду в Бразилии, и люди очень-очень хорошие. Мы любим все в Сочи. Я рад, что мы все время проводим здесь, а не в других городах. Мы представляем Сочи в соцсетях, в наших аккаунтах, в том числе и в Facebook. И все люди сейчас говорят, что если мы соберемся в Россию, то поедем именно в Сочи. Бразильцев сложно удивить красотами природы, но Сочи это удалось. Их не оставил равнодушным комплекс «Вольница», раскинувшийся на 4 гектарах на высоте 400 метров над уровнем моря на Мацесте. Чистейший воздух, рукотворные озера и пруды с янтарной и радужной форелью, карпами и сазанами. А еще нутрии, гуси, утки, цесарки, павлины, белый орлан – подарок персидского шейха, козы, лошади и многие другие обитатели. Оценили бразильцы и семеновские водопады, и, конечно, русскую баню с молодильной купелью. Это сказочно, это очень красиво. Мне понравилось это место. Водопады и русская баня с купелью. Стадионы у вас отличные, люди удивительные. Нам был оказан отличный прием, куда бы мы ни пошли. Побывали гости и в этнографическом музее «Вольницы», где познакомились с бытом местных жителей, проживавших на этой территории около века назад. Показали бразильцам и местную пасеку, где добывает мед из каштана и липы серая кавказская пчела. Подержи. Тихонько. Honey. Honey, yeah, good honey. Нет, все, no? Сюда. Фотографа еще нет. Just don't drop it. We are surprised with everything that we saw here. Мы удивлены всему, что увидели здесь. Все полюбили Россию. И футбол у вас развился сильно. Мы болели за Россию в игре против Испании. Пеле – наш лучший игрок всех времен. И теперь в России есть такие же герои, которые пробивали пенальти в этом матче. Бразильцев покорило гостеприимство и радушие людей, красота Сочи, отличные футбольные поля и условия, которые созданы для сборной, что позволило им почувствовать себя как дома. Болельщики и группа поддержки сборной Бразилии верят в победу своей команды и будут не только не против, а даже посчитают за честь встретиться со сборной России в финале. Ведь нынешний чемпионат мира уже преподнес немало сюрпризов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.